В дополнение к вышесказанному, никогда не разговаривайте с неизвестными, либо не теряйте бдительность. Такие простые советы помогут сберечь ваши финансы от потерь. По данным Центробанка, как раз из-за собственной беспечности люди и лишаются денег с банковских карт и счетов. Как защититься от мошенников, расскажем далее. Специалисты в банковской сфере предупреждают, получить данные пластиковых карт аферисты могут даже не контактируя со своей жертвой. Часто мы сами пересылаем фотографии пластика друг другу в мессенджерах. Таким образом, номер карты может легко оказаться в руках афериста. Нередко преступники подделывают номера телефонов кредитных организаций, после чего звонят людям, выдавая себя за сотрудников банка. Ничего не подозревающая жертва сообщает пароли и другую персональную информацию, после чего лишь всех средств. Поэтому надо запомнить, никому не надо сообщать логины и пароли отличных кабинетов и банковских карт. Украсть деньги с карты мошенники могут и при помощи банкоматов. Средства применяются разные, от скрытых камер до сканеров. Чтобы не лишиться средств, используйте банкоматы, стоящие внутри помещений. Они лучше охраняются, а в зале может работать консультант, который отпугнет преступников. Прежде чем вставить карту, проверьте банкомат на наличие скиммеров. Таких приспособлений, которые устанавливаются поверх карта приемника и считывают данные карты жертвы. О приводе пин-кода не забывайте прикрывать клавиатуру рукой. Способов обмануть человека бесконечное множество. Будьте осторожны и помните, сохранность ваших финансов зависит от вас самих.